Поляныця. Видишь? Я сдала экзамен. Поляныця. Скажи. We sit and I'm beginning already. And during the intro, Nino will enter on the stage. Каждый день мы вместе просыпаемся, вся история, это общая история. И хочу сказать, что я, мое сердце живет здесь. Я кохаю жизнь людей, детей. Мне важно, чтобы вокруг была жизнь. Это моя жизнь. Если нет жизни, если ее убивают, я тоже умираю. Вот все, все лучше. Тогда, как такой момент, когда я поняла, что я должна была рассказывать и общаться с моей любимой украинской публикой, и я поняла, что я сейчас даже разговариваю на русском, я понимаю, что я не могу рассказывать на языке, который, откуда страна стреляет бомбу. Все. Это во Львове было здесь принято решение? Пока я ничего не принимала. Я сказала, что я хочу, чтобы так было, потому что это так должно быть. Поляныця. Укрзалезница. Укрзалезница. Ныця. А еще, что я научила еще? Обовязку. Все мои друзья, все рядом с вами, с Украиной, держите.